Всем привет, меня зовут Анюта, и вы на канале Анюта Плей. Сегодня я буду распаковывать свой самодельный лоу-сюрприз 4-й серии Декодер. Наверное, этот шарик будет очень сильно отличаться от оригинального лоу-декодера, но это же всего лишь моя фантазия. Этот шарик 4-й серии Декодер я сделала для прицелы. Если тебе интересно узнать, что же там за сюрпризики, то ставь лайк, подписывайся на канал и досмотри видео до конца. Ну а мы начинаем. Лоу-сюрприз декода 4-й серии. Разблокируйте 15 сюрпризов. А в шарике секретное послание, коды, декодер, бутылочка, обувь, одежда, аксессуары и сама куколка. И смотрите, какая там маскировка. Что же это такое? Когда откроем, мы все узнаем. А вот и наша молния с сердечком. Смотрите, какое яркое фиолетовое сердечко. Смотрим, что же под слоем. Смотрите, какая подсказочка. Кошачья походка. Ну что, посмотрим, что под следующим слоем. А здесь стикеры с кодами. Один из них будет у нас. Котик, солнышко, полный, планета, луна со звездочкой, бабочка, бомбочка и мумия, наверное. Это мы пока в старую код ложим и будем продолжать снимать. Ребята, смотрите, что же это? Это же сам декодер. Смотрите, вот здесь спрятан секретный ход, который означает способности нашей куколки. А это специальная линза, с помощью которой мы сможем увидеть этот код. Так, посмотрим. Мне кажется, это бабочка. Интересно, что же это за способность такая? Вот она, наша секретная способность. Ну что ж, открываем дальше. Розовая бутылочка с белой крышечкой. Продолжаем. Такие миленькие маленькие ботиночки. И они тоже розового цвета. Прям как я люблю. Ребята, если вы тоже любите сюрпризы лоу, ставьте лайк под видео. Тут же платьишко. Какое красивое! Если уже кто-то догадался, что у меня за куколка, то пишите скорее в комментариях. Ну, мы продолжаем. Ура! Мы добрались до самого шарика. А вот и наша куколка. Тут еще какой-то обруч и какая-то капсула. Откроем ее в конце. Вот она, какая моя милашка. А теперь давайте ее сначала оденем. Начнем с платьишка. Ботиночки. Вот какая куколка мне попалась. Если кто-то знает, как зовут эту куколку, напишите мне в комментариях. А теперь давайте посмотрим, что же там за маскировка. Открывается. Да это же крылья бабочки. А это кокон, в котором куколка превращается в бабочку. Давайте сейчас положим нашу куколку в этот кокон. А теперь откроем и превратим нашу куколку Лоу в бабочку. Смотрите, и куколка Лоу превратилась в бабочку. Вот такая у меня секретная способность. И вот моя куколка Лоу может быть обычной девочкой или превращаться в бабочку. Напишите мне в комментариях, какая она вам больше нравится, бабочка или обычная девочка. Крылышки можно снять и сложить все в эту капсулу. Вот так. И бутылочка. Вот с линзой.
открываем, и в ней можно это все хранить. Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что старалась я для вас. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. С вами была Анюта. Всем пока!